Всем привет, мои дорогие! Мы сегодня с Дианочкой приехали в Воронеж вдвоем. И сейчас гуляем. Ну как вдвоем? Отец у нас уехал по делам. А мы здесь вот вдвоем приехали с ней в Ашан. Ну, как он правильно называется? Не Ашан. Град, вот. Точно, Сити Парк Град. Сейчас идем на шопинг. Нужно нам с доченькой немножечко расслабиться. Перед Новым годом это что-то я совсем вся в запаре. Какие-то проблемы навалившиеся просто душат. Поэтому хочется немножечко, ну, немножечко расслабиться. Ой, надо маску, кстати, надеть, а я что-то это... Идем с тобой без масок, зашли. Ой, как красиво, да? Чем мы с тобой так летим, кстати? Куда нам с тобой спешить? Чем мы с тобой так летим? Сейчас мы с доченькой пойдем в какой-нибудь магазинчик. Перед Новым годом, конечно, очень много людей. Ну, прям очень много. Так, смотри, сзади нас пылесос смоет. Венчендем, не знаю. Дензон сюда едет. Нас чуть пылесос не смыл. А я не знаю, мы со вторым, я хотела тебя покормить сначала. А потом мы с тобой на полный сытый желудок могли бы пойти. О, Mazda SX5. Так. Аттракциончики работают. Красота. Не, мы с тобой так быстро идем, я не знаю, нам спешить с тобой некуда, у нас много времени вообще, очень много. Мы с тобой будем гулять долго и хорошо, продуктивно. Ой, там что-то веселое. Что там веселое? Аттракционы? Хотела показать вам, что купила, когда мы с Дианой гуляли. В общем-то, вот такой свитер. Кстати, снимаю уже на следующий день, просто вчера больше ничего снимать не стала. Так что все по порядочку. Ну вот, 2000 он стоит. Вот такой мне хотелось, просто что-то тепленькое с горлышком, потому что мы планируем поездочку на новогодние каникулы. И нужно утепляться, зима все-таки, как-никак. Так, и вот такую куртку купила. Вот такая курточка. На нее была очень хорошая скидка. Я взяла себе... Ну, вообще, ношу S, XS, S, а взяла себе M-ку. Потому что мне хотелось, чтобы, ну, не в обтяг прям мне было. Вот видите, M-ка. Так, где здесь ценник вам показать. Вот, видите, 3990 обошлась мне эта курточка, а так она стоила 7300, 45% на нее скидка. То есть, ну, я считаю, что прям нормальненько так. Я себе взяла куртку, вообще заходила в этот магазин, и у них все-все куртки, все до одной, с 50%, ну, вот 45, там 50% скидка, и все они по одной цене, то есть все абсолютно. Выбирала, мерила. И взяла вот такую. Ну, мне хотелось короткую куртку. У меня длинные всякие там есть, а вот коротенькая прям такой нет. И, конечно, хотелось теплую. Ну, вроде бы теплая, друзья. Надеюсь, что я не замерзну. Так что прям такая она солидная. Солидно теплая, я имею в виду. Вот, сейчас примерю, покажу, конечно, вам. Так, ребята, ну это вот свитерочек под горлышко. Все, как я, собственно, и хотела. Короткий, как раз под куртку. Сейчас примерю куртку и покажу вам, как она будет смотреться в сочетании с этим свитером. Микрофон крепить пока не стала, чтобы вам показать. Вот так держу его. В общем-то, вот такая курточка.
Я считаю, что прям нормальненько так будет. Будет, да? Вообще цвет, конечно, мне не свойственный. Но решила взять и попробовать. Просто ну, не каждый же раз, да, черные какие-то там бежевые, уже надоели они мне эти цвета. Захотелось мне вот чего-то новенького. Поэтому я вот такую взяла курточку. Прям вот, чтобы куда-то, если выйти, побежать, да, резко ее раз надела и все. Вот этот, конечно, искусственный мех, я не люблю его, просто терпеть не могу, поэтому я, скорее всего, не знаю, пока оставлю. Как вот почувствую, да, что мне прям совсем он бесит меня, я его отстегну, он отстегается. Это прям очень хорошо. Я прям первым делом, когда примеряла куртку, спросила, мех отстегается. То есть, как бы, самое главное это мех. Я не люблю этот искусственный мех, он меня бесит, если честно. Ну, не до такой степени, что прям, чтобы трясло, да, но все равно не нравится. Вот, поэтому пока оставлю, потом, может быть, да не может быть, а скорее всего, потому что я, насколько помню, все свои куртки, если мне где-то был искусственный мех, я сразу же его снимала, не нравится мне. В общем, как-то так. Ребята, я хотела вам еще кое-что показать. Мне вчера сделали просто шикарный подарок. Не знаю, он великолепный, он очень красивый. Подарок мне сделала жена родного брата Жени. Ну, у Жени есть родной брат Сергей, а это его жена Ольга. Оля сделала, ну, просто, я не знаю, это просто красивейший. Просто нет слов, да, просто. Он великолепный, этот подарок. Мне он очень понравился. Сейчас покажу, и потом еще кое-что о нем расскажу. Опа! Какая красота, да? Ну как вам? Ну как? Я не знаю, это просто произведение искусства. Я вот смотрю, у меня нет слов. Великолепный. Ребята, это ручная работа. Олечка делает сама. Сама своими руками. Если бы вы еще представляли, как это ароматно. Это просто мега ароматно, вкусно так пахнет. Просто мега-мега в космос. Ребята, у Оли есть много, очень много работ. Это мыло ручной работы. Очень много различных вариантов, композиций. То есть, ну, просто шикарнейшие варианты. Поэтому я оставлю вам внизу в инфобоксе контакты Оли, и вы сможете с ней связаться в Инстаграм, написать Олечке. Живет она в Графском, если кто-то поблизости, с Воронежа, из Липецка, да. Я думаю, что вы, Коленьки, доберетесь, договоритесь, как забрать у нее такие прелести. Вот, поэтому не стесняйтесь. У нее очень много заказов, но я думаю, что и для вас она найдет местечко. Можно на заказ даже что-то заказать, а можно что-то выбрать у нее из готового. Тоже готовых вариантов очень много. Поэтому дерзайте, девчонки, я не знаю. По-моему, это просто идеальный подарок вот на праздники, да? Очень красивый. Очень ароматный. Давайте поближе покажу, чтобы вы понимали. Ну, клубника вообще как живая. Хочется съесть мандаринки такие. Цветы просто, я не знаю, палитра такая. Так что, девочки, дерзайте. Обращаемся к Оле. Действительно, советую от души. Если бы мне не понравилось, я бы просто показала и не советовала. Это просто восторг, ребята. Не знаю. Не представляете, как ароматно. Так что вот так. Оля, огромное спасибо тебе, если ты смотришь. Но если не смотришь, я уже, конечно, благодарила, но я думаю, что этих слов благодарности даже недостаточно за такую красоту. Поэтому огромное-огромное спасибо. Процветание твоему делу, успехов тебе в творчестве, чтобы у тебя твои шедевры радовали всех, тебя в том числе, конечно же, в первую очередь тебя и всех, кому ты так, всех тех, кому ты такую красоту даришь, да, своими руками. В общем, вот так.